Вот, такие дошли у меня руки. Разобрал я так называемый 80-амперный на 80 ампер часов, у которых реально 15 есть. Как сделан? Этот блок вставлен вот сюда. Сейчас он тут у меня полностью заряжен. 100% светится. И ребята, наши друзья китайцы, нашуровали сюда металлических пластин. Вот они. Все вот так хорошо их видно. Прям изолентой мотнули. Раз, два, три, четыре, пять пластин. Для весу, так сказать. Потому что когда ты покупаешь, такой, ого, вроде как увесистые, там на 1,5 килограмма чуть ли. Но там просто металл китайский. Из какой-то Жигулей попиленный. Вот, ребята, не ведитесь на ерунду. Из 80 ампер часов реальных есть здесь 15. Три батареи по 5. Ну, плюс-минус. Там я тестил вот таким вот тестером. Ну и этим вольтаж замерял. Куплинг. Три раза я его полностью разрядил. Три раза полностью зарядил. У меня получилось, ну, грубо там 18, что-то там 17. Короче, непонятно. Я так себе пришел к выводу, что три банки по 5 миллиампер часов. Вот такая вот беда. Так что не ведитесь на такую штучку. Взвесил вот эти вот железячки. Они получились 455 грамм. Довольно такой увесистый кацавалочек, пластиночек. Да, ну и здесь, как я уже говорил, три штучки всего. Как бы логично, они, может быть, здесь даже должно быть и по 10, я так думаю, потому что там еще вот есть, ну, посвети туда в середину, чего. Такая, две проставочки. Могу сфокусироваться одной рукой, вот. И здесь одна, и плюс пластины. Получается, вот эти пластинка одна где-то около сантиметра, чуть-чуть меньше. То есть их 8 сюда четко встает. Потому что я взял даже штангенциркуль и замерил. То есть расстояние вот этой коробки рассчитано на 8 вот таких пластин. Так и есть приблизительно. Вот тут получается, ну да, 7,5, 7,5-8. Так что, ребята, демократы, покупайте и проверяйте.